Так, я нашел игру. Кстати, я против обеда попался. Если любите интересные игры, против меня обед. Overage 10 тысяч плюс. Против меня обед. Будет потная игра. Осталось 5 секунд. Давайте сейчас соберемся и запотеем. Да похуй. Обед на миде сейчас пизды мне даст. Сейчас кого-то мипа возьмет на ластпик и ебало сломает. Нарезки хайлайтов это, конечно, здорово, но давай будем честны, вот лично ты достоин большего, играя в любимую доту. Очевидно, что играть на таком персонаже намного приятнее, чем на таком. И в достижении идеального внешнего вида для твоей сигнатурки я советую Epic Loot. Только тут можно закинуть пару сотен и залутать, например, аркану с кейса за 50 рублей. Только тут есть выбор из трех в каждом кейсе. Это фактически абуз, который почему-то не фиксят. Ну и, конечно же, только тут топовые апгрейды с нереальным процентом окупа. Ну а с промокодом, который ты видишь на экране, залутать аркану еще проще. Так что его и ссылочку на сайт я оставлю специально для тебя в описании к этому ролику. Действуй! Нормальная катуля намечается. Давно на антимаге не играл. Я, кстати, в этом патче, вот с момента, как антимагу Аганим Шард сделали, это два таланта, грубо говоря. Я на нем всего один раз играл. Его тупо не дают взять, либо против тебя СФ на миде, и ты сам не хочешь брать АМ. В принципе, против Лишрака, вот я думаю насчет сборки. Смотрите, тут, во-первых, церслетка не нужна, во-вторых, нужна фласка. Почему? То есть вот билд нужно тоже менять. Потому что я планирую прыгнуть на него, чисто подраться с ним, выжечь ману, разменяться, отойти, похилиться флаской. Но это левел 2-3 будет. Поэтому фласку взял, потому что тангусами долго отжираться. Ебучий телефон. Будут ли на 20-й минуте у нас на эншентах голем? Ну, големы. Я просто, мне не вмещается. Да нет, вот такая вот ситуация. У вас 5 минут на подумать. Что опять? Что это нахуй? Вы что, ёбнутые? Почему это происходит под башней вторую игру подряд? Ко мне под башню заходит 5 быдло героев вражеских. Что это? Я еще и ФБ сделал в соло, кстати, видели? На Лишраке. Кстати, я не понял, а кто у них на миде стоит? Лишак или Зевс? А, Зевс на миде. А что за... Пожди, не, Лишрак на миде, все правильно. Просто Лишрак ласт пик, я думал, хули Зевс пришел. Кстати, нормально то, что мне ФБ отдали, я как бы не против. Но лицо мне уже подразбили чуть-чуть. Красота. ВБшка одна, ВБшка вторая. Ставка наркоманская, пацаны, думайте. 20-й минутке я должен пройти на Эншентов, а там должны големы стоять. Сразу говорю, если там будет настакано, то ставка обнуляется. То есть там должна одна пачка крипов стоять, а не стак из 10, как бы, тысяч крипов, если вдруг кто-то стакать будет. Хотя у него уже даже отжирать ману не надо. Ну, только если на третьем левеле психануть. Просто я ФБ сделал, мне эта ФБ-ха тупо сделала игру, по сути. Следующий блинк, это наебало Лишраку. И буду выбивать с него ману. Хотя, опять же, там так дохуя маны, что ее тупо не выбьешь. Руна воды. А может не блинкаться, он прикурить стал. О, нормально. Надо воспользоваться моментом, пока он залагал. Он уже, видите, руки трясутся, он не понимает, что делать. Это обед. Против меня так игроки ливают обычно. Кстати, ФБ на обеде сделал. Изи. Спасибо огромное за 1000 рублей. Братик, кто бы ты ни был, держи в курсе. Нам очень интересно было это знать. Валентин, красавчик. Красавчик, я реально за тебя рад. Ты молодец. Ты прям реально красава. Главное, что держишь в курсе. И судя по тому, что я не слышу никакого трека... Скорее всего, ну, с таким сообщением в донате, трек, он не может быть адекватным, правильно? Поэтому его, скорее всего, даже Алерс не хочет пропускать. Алерс такой думает, да ну нахуй вообще. Потому что, походу, ты посрать решил еще и в уши нам, да? Передумал, да, мальчик? Пойди обойди. Блин, ты думаешь, я забыл, что там руна лежит? Мути-мути-мути, сладенький, блядь. Обед. Да ты не обед, ты завтрак, наебать. Переигран. Просто переиграл, по морали задавил. То есть он сейчас такой бегает, руну взять не может, не понимает, что делать. А, я понял, какой трек. Хотите, я вам магию покажу? То есть я просто могу заранее Габена попросить, чтобы на 6-й минуте он дал мне регенерацию на топе. Я знаю, что вы сейчас будете в ахуе, говорить вах-вах-вах, как так, читы. Но главное просто просить. И не стесняться.
Поэтому, Габен, пожалуйста, руну регенерации на топе на 6-й минуте мне подвезите. Блять, ДД, пожалуйста. Что ты мангаешь? Байбек есть, пожалуйста, давай. Ну нормально, захавали на обед. У него, кстати, все скиллы вкачаны. Там, короче, и стан, и земля, и молния, и диаболик есть. Там всего понемногу. Здорово, братиш, здорово. Подожди, у тебя сентри на миде стоит. А как так? У типов на миде сентрики стоят. А, Лишак же приносил сентрик, чтобы мой сентрик снять. Это гений игры. Его смутил то, что я принес сентрик и сбил его в сервер. Он купил сентрик и сбил мой сентрик, чтобы я чисто нервничал. Все, арестован, блядь. Руки на капот, ебать. Раздеваемся. Ебать, повязали. Найс, никнейм придумал. Брат, я тут. У тебя башмак есть? Нету башмака. Давай, держи его. Надо у него спросить. Вот так вот можно. Давай, иди сюда. Пёздимся с тобой, мальчик. Ой, да ну нахуй. Них. Найне. Найн зайн. Найне драйне, блять. Них цузамен. Ауш пацирен. Аусверден аферистен. Них ты зальдатен. Битэ батен. Пошел нахуй. Наебал всех опять. Блин, мне хочется фласку выкопать. Габен, дай мне фласку на следующей раскопке. Прям рили нужна. Давай, фласочку. Ты, бля, иди нахуй, крыса ебаная. И сейчас смотрите, что я выкопаю, как вы думаете. Сейчас выкопаю фласку. А нет, манга. Какую нахуй маму, долбоебы, блядь. Конченые дети. Сейчас баунти должна быть. Готов поставить ногу. Да иди нахуй, конечно. Лопата дырявая просто максимально. Худшая из лопат, понимаете? Я выкопал 4 раза, крыса, 2 манго, ласка, даже 5 раз. Просто максимально хуёвая лопата. Вот бабка по лесу одна гуляет, выебу сейчас. Шо под плащом спрятано, ебать, показывай нахуй. Баунти. Да пошла нахуй, реально, вы заметили? 7 раз копнул, 6. Ни одной баунти нету. Аквила в Эмбрейс нужен. Вот два артефакта, которые мне подходят из тир 2. Спасибо. Хоть где-то повезло. Лопата просто максимально вонючая и немытая. Подожди, я башню в тир 2 сломал снизу? Не сломал, я только подошел. 26-18. Кстати, по игре игра не такая легкая. То есть по игре все хуево. Я могу, конечно, сделать ТП и пойти кому-то ебучку сломать. И в Эмбрейс выпал, кстати. Привет, старуха, ебать, иди сюда, выебу. Она даже, понимаете, она понимает, что как бы убегать смысла нет, все равно догоню, арестую. Больнее будет. Вот сейчас я буду думать, либо башер сделать, либо анимшар. Кстати, после того, как супербашер изменили на антимаге, кстати, мне даже не хочется играть вообще. То есть мне просто не хочется сейчас на Эми играть из-за того, что супербашер полная хуйня. На этого персонажа. Ну, типа на этого персонажа. Не на этого персонажа, а в общем. Супербашер хуйня. Бесполезная. Мне даже не хочется контрспел нажимать. Давай еще посмотреть. Ну, манта есть, пацаны, но не страшно. То есть, типа, супербашер супер слабый. Как вы видите, как стакается. Супербашер супер слабый. Артефакт говна, теперь нету блинка, и из-за этого его покупать тупо не хочется. Хочется просто сделать башер и дальше идти в другие артефакты. Мы, наверное, так и будем делать. Ну, то есть на крайняк он супербашер делаешь, прям есть там мобильные персонажи. А так, типа, он импакта не вносит. Тебе надо вплотную блинковаться. А что тут за эншоты сейчас были? Это големы были или кто? Тут, по-моему, големы были, да? Соответственно, они уже не появятся. Путь свободен. А прикиньте себя, пришел на 20-й минуте на эншентов, и големы пойти стояли. Еще с прошлой минуты. Было бы сильно. А, драконы были, да? Ну ладно. А, драконы были. Ну тогда интересно, кстати, ебать. 20-я минута, сейчас пойдем. Сосуд зафармим, мы пойдем смотреть, что там нам Габен приподнес. Дайте хоть коэффициенты посмотрю, что там. 61% на нет. Чувствую сильнее сейчас, блядь. Булочки-то поджали. И увидели големов.
Да, буду. Ставка принята. Не подставка. Это ставочки, ребята, вы думали. Но игра на антимаге, знаете, в принципе, по геймплею ничего не поменялось. Такая спокойная, размеренная. Бегаешь, сплитпушишь, фармишь, 270 крипов убиваешь. Все нормально. Или супербашер сделать. Просто без супербашера я, скорее всего, лишь рака не убью. Потому что я в него прыгну, у него там, скорее всего, ЮУ какой-то будет. Он просто съебет от меня. С другой стороны, у меня настолько всем похуй, что я могу тупо отпушить. Там драки идут, 2-2 размены, тупо западает. Трипл килл от Дюса. Чисто команда моя не вывозит драки. Заметили. Враги заметили, что тут что-то не так. Что-то не то происходит на нижней линии. Хата трещит. Успел дать ульт. Кил пошел. Ну шо, иди сюда, ебать. Иди сюда. Чья ты девочка, ебать? Рассказывай нахуй. Я тебе плюну в ебало сейчас сам. Бля, ну без СЛБ-то, конечно. Да нормально, а чё, блядь. Опа, вафля старая, иди сюда. Ультраклип. Пашек. О. Рэмпы будет, кстати. Ещё башек может быть. Для рэмпейджа, во имя рэмпейджа, башек. Рэмпейдж. Блять, не зря, понимаете, на антимаге 0 поражений за жизнь. 0 поражений за жизнь на Эме. Именно поэтому рэмпейдж залетает. Если двойной дать. Двойной, да, маху или нет. Двойной рэмпейдж, пацаны. Делайте скриншоты и отправляйте на водоту. Это сигнатурка. 0 поражений за жизнь. Представляете? То есть у меня на антимаге где-то 1003 примерно. Ни одного поражения еще нету. Еще не время. Сбудется по слову твоему. Центральная башня противника разрушена. Все, ГГ, пишут FF, там стоим АФК, но я не верю в это все. Вы же знаете, как я отношусь к этим нытикам, которые всю игру, только один человек в чате. ГГ, FF, end, бла-бла-бла, мы проиграли, бла-бла-бла, закончите, бла-бла-бла. Это человек, который больше всех дефать будет, в теории, поэтому... Рейв дали. Доброй ночи. Здорово. Олег, чтоб не сидеть в тишине, там тем мы более в тишине. Антимаг. Да уже все как бы, антимаг уже закончился. 25 минут фарма и бараки упали. Антимаг получился быстрый. Я в этом патче не буду играть на Эме, все, я завязал. Ну как, редко, очень редко буду. Раньше я его пикал часто, сейчас буду пикать раз в неделю, там, дай бог. Я заканчиваю, я не буду зайти бегать фраги под фонтанами делать. Тут слишком в одну калитку. У меня вайпер 16 фрагов. То есть у меня фрагов меньше, чем у вайпера. Охуеть. Спасибо за игру, хорош. То есть у меня фрагов меньше, чем у вайпера. Это при том, что я бегал, убивал всех, кого видел. Насколько... Они проебали лайны.